Трудовые мигранты, преимущественно выходцы из Узбекистана, вступили в противостояние с ОМОНом на территории Амурского газоперерабатывающего завода. Турецкий подрядчик не доплатил им часть зарплаты. Росгвардия стянула силы к стройплощадке. Смотри, как бегут ОМОНовцы, смотри! Здравствуйте. В России на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода вспыхнул бунт. Мигранты, в основном выходцы из Узбекистана, работают там за мизерные зарплаты в 35-40 тысяч рублей. А за июнь еще и недополучили половину от этой суммы. Работодатель, турецкая компания, удержал часть зарплаты рабочих. В конечном итоге конфликт вылился в бунт. Эти кадры накануне вызвали фурор в соцсетях. Сотни рабочих громят офис турецкой компании Renaissance Heavy Industries, которая является подрядчиком Амурского газоперерабатывающего завода в России. Толпа рабочих сначала направилась в офис компании, после люди стали искать начальство на строительной площадке. Увидев разъяренных рабочих, управляющие вместе с охранниками спешно покинули территорию. Позднее на место вызвали бойцов ОМОНа. Но они столкнулись с численным превосходством недовольных рабочих и предпочли быстро ретироваться. Амурский газоперерабатывающий завод строится в дальневосточном регионе России. Для урегулирования ситуации к протестующим отправились сотрудники областной прокуратуры. Виновником инцидента представители власти назвали турецкую компанию. По данным амурских прокуроров, компания удержала часть заработной платы у более чем 1000 иностранных рабочих, в основном граждан Узбекистана. Помимо этого, в отношении Renaissance Heavy Industries завели также административное дело по статье «Нарушение правил пребывания иностранных граждан в России». Сегодня руководство фирмы трижды в течение дня вело переговоры с рабочими. Дискуссии проходили с участием губернатора Амурской области. Согласно заявлению Объединенного пресс-центра Амурского газоперерабатывающего завода, финансовые разногласия между турецкой компанией и строителями урегулированы. Bana Amurski'de katta cancan. Uğul haka. Yeah!
Пизда, ебать, крушат, все, все, они пошли сюда, короче. Все, ОМОН пошел. Вот. Все, ОМОН пошел. Все, пизда. Короче, тут жара, я ебу. Vay be la! Vay be la! Hey, kim bilen gelmez yine? Basmaz. Vay be la! Aman Allah! Aman Allah kaçtı! Aman Allah kaçtı! Aman Allah kaçtı var ki! Vay be la! Vay be la! Так вот прошли рабочие, они все крушили, даже лампочки там выбили, просто все переворачивали. Там они дошли. Здорово. На молотки, наверное, ход пошли. Просто все сломали. Ну. А здесь не тронули, кстати, да? Telegram orqali yuboring.